видеоурок посвящен такому ритму. Он делается на пулеметном дыхании, такая техника, когда делаем тычки воздуха с помощью буквы Т и гласных. Т чуть выше зубов на небе. И можно, конечно, ускорить, как удобно. И также еще можно делать задержку дыхания, то есть чтобы также немножко и перезагрузить дыхание, чтобы оно постоянно не работало. Делаем задержку дыхания также на буквах та-ти-ти-та-ти-ти. И снова можно дышать ртом на та-ти-ти. We'll be right back.